Вера Брежнева намекнула в соцсетях на новую беду. Только 6 октября она сообщила о разводе с Константином Меладзе, но на этом проблемы для блондинки не закончились. Как супруги будут делить имущество, пока остается в секрете. Однако, по некоторым данным, продюсер продал в Москве особняк за 350 миллионов рублей. Достанется ли что-то экс-супруге? Вопрос. Еще один спорный момент – творчество. Больше 10 лет возрастной композитор и его молодая муза работали в тандеме. Он писал слова и музыку для хитов, которые любит вся страна, «Реальная жизнь», «Любовь», «Спасет мир» и другие. В личном блоге артистка анонсировала выход нового мини-альбома, слова в котором уже написал другой автор – Катерина Брега. Скорее всего, сотрудничество между знаменитостями тоже прекращено.